Шуточный ЗАГС Петербурга принял клятву верности в юбилейный 10-й раз. Пункт вечной любви по традиции открылся 14 февраля на Думской улице. На руку ждущим своей очереди в день Святого Валентина сыграл температурный рекорд. Не пришлось мерзнуть в долгом ожидании к ряженому Амуру. Под преклоненное колено картонка в подтверждении слов влюбленных свидетельства только имена и никаких общих фамилий. Юлия, я вас люблю. Поцелуйтесь. Нам показалось, что на 10-й год знакомства уже можно нас сюда прийти и узаконить наши отношения таким чудесным образом. А у вас только шуточная такая церемония была? Или вы нет, уже... мы уже... Нет, мы уже в ЗАГСе были тоже. Это дополнение к ЗАГСу. К этой церемонии неравнодушна и молодежь, которые только познакомились, и те, кто прожил вместе больше 30 лет. Вроде бы шуточный процесс, но сами люди относятся к нему вполне серьезно. Я считал, что она очень такая перспективная в плане отношений. Там, если кто-то что-то сделал здесь, то это надолго, это навсегда. В прошлом году у нас была пара, которая прожила совместно 53 года. Они пришли, показывали свои свидетельства о браке. Все мы вместе наблюдали за этим, встречали громкими аплодисментами. Такие пары поистине доказывают, что вечная любовь существует. Обычно регистрацию объявляют на 2 часа, но из-за количества желающих работают до последней пары. Бывает, что и принимать клятвы от желающих приходится в 4 амура, разбивая очередь на потоки. Всего за 10 лет существования пункт вечной любви в Петербурге принял 10 тысяч пар.